Всем привет, с вами Александр. Сегодня у нас 16 мая, четверг. Посадил я, в общем, рассаду. Мне все говорили, что рано вообще едешь на дачу, рано сажать собрался. Ничего не вырастет, все погибнет. Ну и вот, в общем, результат. Посадил я все. Точно не помню даты. Я приехал 31 марта сюда. Буквально немножечко прибрался и через пару дней все посадил. Весна очень рано началась. Теплая, там под 18 градусов было, 18-20 даже. Ну, в общем, где-то с 1 по 5 апреля, прям в самом-самом начале апреля я все посадил. И укроп, и петрушку, и морковку, и все-все-все. Потом спустя недельки полторы-две начались сильные холода. А вот на прошлой неделе даже морозы были, снег шел. Но ничего страшного, все равно все выжило, все вылезло. Здесь вот у меня петрушка растет, вот видно. Рядочки. Здесь укроп. Вот тоже рядочками он растет у меня. И все это дело очень долго стояло, не шевелилось. Вообще вылезли маленькие росточки. И так остановились на полмесяца. Ну, из-за холодов. Но если бы не было холодов, майских вот этих заморозков, уже бы довольно-таки высокое было. Поэтому я буду всегда теперь вот так пораньше сажать. Если весна будет так же тепло начинаться, чтобы урожай был немножко пораньше. Обычно я в начале мая только все, или в конце апреля сажал. Вот здесь также видно, свекла полезла. Это я сегодня пересадил уже кабачки с тыквами. Здесь у меня салаты разные растут. Два вида, я даже не помню, какой сюда посадил. И насчет него я пока не знаю. Вроде какие-то рядочки прослеживаются, но непонятно пока. Вот этот салат, не помню его название точно, вот такой вот бордовенький, тоже хорошо растет, развивается. Горох тоже. Прекрасно себя чувствует. Ну, в общем, вот так вот. Буду сажать теперь чуть пораньше всегда. Напишите в комментариях, когда вы сажаете все в грядке уже на улице. Также не забывайте ставить лайк. Всем пока.